Территориальная избирательная комиссия Анапская, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии по 27-му избирательному округу, завершила прием документов, поданных на регистрацию кандидатами в депутаты. По факту, по результату имеем следующее. 7 кандидатов в депутаты подали документы на выдвижение, и 6 из них подали документы на регистрацию. Из них один кандидат в порядке самовыдвижения. Представлены такие партии, как «Справедливая Россия», «Партия Роста», «Политическая партия», «Либерально-демократическая партия России», ЛДПР, «Всероссийская политическая партия «Единая Россия», «Коммунистическая партия Российской Федерации» и «Коммунистическая партия «Коммунисты России». Территориальная избирательная комиссия, окружная избирательная комиссия, имеет 10 дней по закону на проверку достоверности сведений, поданных кандидатами, а затем будет выносить решение либо о регистрации конкретного кандидата, либо об отказе в регистрации.